давайте сыграем самый простой уровень. Это поле 4 на 4. Мы не используем никаких препятствий. Если вы новичок в игре, вы можете даже не использовать карты бонусов, но мы попробуем их использовать. Для начала нужно положить поле, расставить големчиков. В нашем случае это красный и синий голем. Выбрать себе голема для игры. Для начинающих мы рекомендуем взять големов с мечом. Это у нас самый оптимальный вариант для новичков. У него 3 повреждения выдерживает голем. И бьет на одну клетку, на одну единицу. И понимает он 4 карты. То есть программа может состоять из 4 команд. Так, ну и карты бонусов мы откладываем отдельно. Карты действий мы берем на руки. Что для красного игрока, что для синего игрока. Далее нам нужно взять карту удачи. Мы их должны все перемешать. И так как у нас 2 игрока, мы должны отсчитать 20 карт. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Понятно, что отсчитывать нужно лучше рубашкой вверх, чтобы не видеть, что у нас получается. Ну, рекомендуется еще раз перемешать карту удачи. Так, у нас это прототип, рубашечек нет, на это не обращаем внимания. Мы знаем, что карты удачи у нас лежат вот здесь. И здесь ровно 20 карт, то есть на двух игроков по 10 карт. То есть это нам даст 10 раундов. Големы игроков справа-слева положили. Программу будем выкладывать вот здесь. Здесь будет программа красного голема, а с этой стороны программа синего голема. Первый раунд берем по одной карте. Красному голему выпал цикл 2, а синему голему выпал условие. Значит, для красного голема я могу взять вот эту карту, положить ее себе в руку, в колоду, и использовать в программе. Могу не использовать, но для первого хода я ее использовать не буду. Для примера, синий может взять любое условие, то есть может взять себе есть препятствие, либо нападение. Ну, для начала тоже не будем использовать. Что делается дальше? Дальше вы составляете программу для своего голема. Так составляете вы ее в закрытую, чтобы противник не видел, какие действия вы воспримете. Составили программу для красного голема. Теперь программа, соответственно, синего. Это все делаете одновременно. Пока программа не составлена, раунд не продолжается. Так, ну, синий голем, предположим, решил вот так сходить. Как только программа составлена, вы можете начать исполнение в этом раунде. Открываете карту, либо карты, если будут условия какие-то, если будут бонусы или будут дополнения. То есть открываете одну и ту же строку для всех игроков. Неважно, что у вас 2 игрока, 3 или 4 игрока. Открываем. Вперед. Вперед. Движение выполняется в первую очередь. Передвигаем големов. Внимательно смотрите. У голема есть лицо. То есть он куда смотрит, туда и движется. То есть голем может у нас двигаться вперед, назад и поворачиваться на клетке. Вот первый ход мы сделали. Теперь вторая команда в программе. Вперед. И здесь у нас поворот влево. То есть красный голем идет вперед. Синий голем поворачивается на 90 градусов влево. Следующая команда. Вперед. Здесь у синего голема. Вперед. Следующая команда. Поворот влево. Здесь у синего голема. Удар. Так у нас здесь никого нету, то удар проходит мимо. Все команды программы, карты идут на руку. Бонус карты возвращаются, соответственно, в стопку. Первый раунд у нас закончил. Забираем красные карты и забираем карты синего голема. Два игрока забрали карты. Теперь второй раунд. Опять берем карту удачи. Здесь у нас условия. Здесь у нас цикл 3. Так,
Ну, в этот раз я возьму условие. Я возьму условие нападения. Беру это условие на руку. Я его могу использовать только в этот ход, в этот раунде, потому что в следующем раунде я эту должен карту вернуть назад. Также начинаем составлять программу. У этого условия нам необходимы две карты. На да и нет. Вы можете положить одну карту, можете положить обе карты, можете положить карту на нет. То есть две карты ложить не обязательно. И поэтому тут решайте сами, смотрите по ситуации. Я составлю вот такую программу. Здесь есть маленькая хитрость. Вы ложите одну или две карты по условию, у вас есть еще возможность при перевороте на да, на нет поменять. То есть это допускается, поэтому если даже вы положите как-то карту неправильно, вправо или влево, ничего страшного не будет. Ну, в нашем случае я положу две карты. Одну на да, а вторую положу на нет. Видите, эти три карты, так как это условие, они составляют один ряд команд. Поэтому будет считаться 1, 2, 3, и я еще могу использовать четвертую команду в программе. Ну, я буду использовать повтор 3 раза. Здесь также надо будет положить карту. Здесь хитрость какая? Вы ложите карту. Если условие видно, где у вас она находится, то цикл вы можете скрыть. Для этого вы карту, которую будете делать в цикле, можете положить не на нее, а под низ. У вас будет, соответственно, 5 карт. Но противник не будет знать, где у вас цикл, и не сможет предугадать, даже если подсмотрит, как вы составляете программу. Видите, у меня 4 выложено. Но так как я использую цикл, я могу выложить еще 5-ю карту. Начинаем открывать карты. Здесь главное не путайте право-лево, потому что куда смотрит голем относительно этого положения, и поворачивайте. Следующее действие. Здесь у нас условия. То есть я хотел сделать как? Что если на меня будет нападение, то я защищаюсь. Если не будет нападения, то я пойду вперед. Нападение, значит, по мне будет сделан удар. Что у нас придумал следующий игрок? А он хитро сделал цикл 3 и сделал 3 удара. Что это означает? Первый удар. Синий голем бьет красного голема на соседнюю клетку и наносит мне 1 единицу повреждения. Так у меня нападение, то у меня защита. Но у него 3 раза. То есть он 3 раза подряд бьет, и следовательно защищаюсь я только 1 раз на этом ряду команд. И мой голем, к сожалению, получает 2 повреждения. Я себе ложу 2 жетона повреждения на своего голема. И у меня остается один единственный удар пропустить, и я проиграю в этом раунде. И далее удар назад. Здесь опять смотрим на приоритеты команд. В правилах написано, как команды выполняются друг за другом. То есть приоритет имеет движение. Синий голем уходит, а красный бьет на эту клетку. А там уже никого нет, поэтому синий голем не получает никаких повреждений. Раунд заканчивается. Карты бонуса мы кладем отдельно, убираем, а эти карты забираем на руку. То же самое для синего игрока. У нас цикл 3 у красного, а у синего цикл 2. Синий игрок может использовать у нас цикл 2, вот эту карту, и он составит программу по-другому. Что у нас опять по 5 команд, потому что мы используем циклы. И поэтому, опять же, игроки не знают, какую команду, в каком ряду будем повторять. Ну, начинаем открывать команду третьего раунда. Первый ряд. Защита. Вперед. Ну, синий голем идет, красный голем защищается неизвестно от кого. Далее. Вперед. Защита. Действие вперед выполнить нельзя. Там стоит синий голем. Голема мы сдвинуть не можем. Сдвинуть можем только бочку. Поэтому вперед не выполняем. А синий голем стоит и защищается. Дальше. Защита. А здесь у нас стоять на месте. Ну, интересно очень получилось. На четвертой строке, четвертая команда у нас циклы.
Здесь мы имеем 3 раза удар. А здесь мы имеем 2 раза удар. Значит, мы наносим голему синему 3 удара. Раз, два, три. А голему красному мы наносим 2 удара. Но нам достаточно было одного повреждения, чтобы големы сломались. В результате оба голема у нас сломались. То есть никто в этой битве не победил. У нас боевая ничья.